За последние 3 дня в нашем регионе утонули 6 человек, большую часть из которых составляют дети. Купание в неустановленных местах, алкогольное опьянение, недостаточный контроль за действиями детей в водоемах – вот основные причины несчастных случаев на воде. С 4 по 7 июля департаментом по чрезвычайным ситуациям области было зарегистрировано 6 фактов утопления, из которых 4 – это дети. Последний факт был зарегистрирован вчера, 7 июля, в поселке Серебряково. Там 11-летняя девочка ушла на речку в день похорон своей матери и утонула. Тело ребенка спустя несколько часов из воды достали местные жители. Поселка Подстепный Теретинского района, 89 года, мужчина тоже был. Вчера утоплен, и сегодня утром начали поисковую работу, и полчаса назад нашли его тело. Всего в текущем году зарегистрировано 10 смертей на водоемах. Спасатели на постоянной основе проводят разъяснительную работу с населением. Однако положительных плодов это не приносит. Люди по-прежнему распивают алкоголь вблизи рек, а затем идут купаться. Отпускают малолетних детей без присмотра на водоемы. Все это нередко заканчивается трагично. Несмотря на ужесточение карантинных мер и закрытие официальных пляжей, люди продолжают купаться. Они облюбовали стихийные места для купания, где в основном регистрируются факты утопления. Хочется в такую жаркую погоду людям напомнить, что если вы все-таки посещаете водоемы, соблюдайте все меры безопасности. Юлия Мутылова, Талгат Муратбаев, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.